В открытом чемпионате города по флорболу сыгран очередной тур. Центральным матчем стало противостояние между молодежью САФУ и опытными игроками команды А. Для флорболистов архангельского САФУ поединок с командой А стал заключительным в турнире. Победив своих соперников со счетом 6-4, подопечные Владимира Костяева набрали 9 очков, уступив лишь Океану. Именно моряки после своего последнего матча станут чемпионами города. А флорболисты САФУ удостоятся серебра. Судьба третьего места решится между «Фениксом» и командой А. «Севмаш» потерял все шансы на пьедестал. В лиге «Б» также есть явный лидер. Коллективу «Пиренеи» осталось сыграть с «Вестлендом», и в случае победы они не проиграют ни одного очка.